снег. Ребята, первый снег, вы представляете? Смотрите, какая красота. О. Сегодня, кстати, 1 декабря. 1 декабря. 1 декабря выпал первый снег. Пойдем сейчас машину разгребать. И метет еще, да? Ну что, всех с первым днем зимы. Всем доброе утро. Сегодня 1 декабря, у нас выпал снег. Здесь у нас в Фюрте, это вообще редкость. Я первый раз вижу за 2 года здесь. 6:30. И уже идет чистка. О, ребята, снега навалило. Ух, разгребал машину. Ну, зато классно, ощущение такое бодрящее, что вот наконец-то зима пришла в Германию. На улице сразу теплее стало, как снег выпал. Все супер. Красота. Поедем. Ух ты. Ребятушки, а вот и я. Как я вам? Рожа красная. А, супер. Ну что, с первым днем зимы, как говорится. Ух. Настроение вообще сразу поднимается, когда вот это вот видишь это, эту красоту, эту зиму, которая здесь бывает редко. Но я думаю, что сегодня уже растает, уже не будет. Не будет той зимы, которая обычно есть у нас там, в бывшем Советском Союзе. Я говорю уже так для всех ребят, кто смотрит нас. Ну ладно, хорошего вам дня, на позитиве, ребята. Пока. Вообще здесь редкость. Я за 2 года первый раз здесь, в Германии, в городе Фюрт, вижу вот такой снег. Иногда там пролетал, но он, не долетая, таял. А сегодня вот такая красота. Ох, красиво. Я бегу на работу. Обратите внимание, что уже с самого утра, 8 утра, а везде дороги, даже вот в таких местах, посыпаны, чтобы не было скользко. Иду с работы. Все прекрасно, все чудесно. Смотрите, какая красота. Вот. Иду и радуюсь. Расслабилась и иду домой. Всем хорошего настроения. Всем побольше оптимизма. Все будет хорошо. Ну что, друзья, настоящая зима. Я тут домой пришла. Смотрю. Детки, наверное, соседские уже снеговика слепили. Вот. Это, наверное, глазки такие. Лопата. Паточки. Руки.